Здравствуйте, меня зовут Стрелик Андрей, мне 10 лет, я учусь в 3-м Б-классе, занимаюсь в театральной студией больше года. Я люблю ходить на лыжах, кататься на коньках, играть в футбол, занимаюсь шахматами, делаю изобретения как в фильмах и в фильмах, ну и так далее. Я очень хочу стать актером. Все, непростые.